Всем здравствуйте! Украинцы ополчились на знаменитую российскую актрису Розу Хайруллину. Звезда театра и кино в прошлом году побывала в Крымской республике. За это ей теперь закрыт въезд в Незалежную. О том, что звезда сериалов «Псих», «Ольга» и других стала нежелательной персоной на украинских землях, ей сообщили сотрудники воздушной гавани в Киеве. Знаменитость прибыла в украинскую столицу из Минска. Хайруллина проходила привычные погранформальности в аэропорту Борисполь. Бдительные погранцы установили, что Роза посещала Крымскую республику, а значит нарушила законы Незалежной. Стражи украинского порядка не могли допустить нахождения преступницы на их родной земле и отправили артистку обратно в Белоруссию. Кстати, в Киеве Хайруллина должна была поучаствовать в съемках очередного кинопроекта. Теперь создание фильма сорвано, а Роза обязана выплатить штраф. Как отмечают в Госпогранслужбе Незалежной, актрисе запрещено посещать Украину в течение 3 лет. Напомним, осенью прошлого года Роза рассказала, как однажды пережила ряд трагических событий. За несколько месяцев знаменитость потеряла всю семью. 7 родственников актрисы покинули этот мир один за другим. Артистка была в отчаянии, однако ей удалось справиться с трагедией благодаря работе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!